В эти минуты в парламенте проходит пленарное заседание Нижней Палаты. Сегодня мажилисмены намерены в первом чтении рассмотреть проект закона по вопросам использования возобновляемых источников энергии. Документ предусматривает выделение земельных участков под строительство ветра, водосолнечных установок, а также введение фиксированных тарифов на электроэнергию. Также сегодня в числе основных вопросов применение мер нетарифного регулирования в таможенном союзе. Подробности пленарного заседания в мажилисе в следующих выпусках новостей.